Привет, друзья! В процессе сборки электроники часто возникает вопрос с назначением ног разных элементов, и приходится лазить в документацию компонента, искать соответствующий корпус и смотреть его распиновку. Это занимает значительное время. Данные тестеры за секунды покажут вам, где у транзистора база, где у него эмиттер с коллектором, а также они отличат обычный биполярный транзистор от полевого MOSFET'а и рассчитают номинал его открытия. Итак, в Китае продается около десятка разных тестеров. Цена на них примерно одинаковая и лишь немногим отличается. Но вот возможности у них у всех разные. Еще их называют тестер транзисторов. Но это не значит, что они могут работать только с транзисторами. Функционал их работы значительно больше. Это резисторы, индуктивность, конденсаторы и диоды. Все это тоже тестируется и проверяется номинал. Сегодня посмотрим на возможности каждого тестера и их отличия. У меня есть три тестера. Два из них продаются как собранные платы или как кит-наборы для пайки, без корпуса. Поэтому корпус для них нужно либо докупать отдельно, либо печатать на 3D принтере. Ну и третий тестер представляет из себя готовое и полностью законченное устройство с установленным внутри аккумулятором. На все модели тестеров существуют десятки альтернативных прошивок от энтузиастов, и по желанию можно залить в микроконтроллер кастомную версию прошивки или установить русский язык. У каждого тестера есть режим калибровки. Для его активации нужно замкнуть между собой ноги 1, 2 и 3 и нажать на кнопку. Далее происходит автоматическая калибровка. Через некоторое время тестер попросит удалить перемычку. И, возможно, еще вас попросят установить конденсатор на 100 или больше нанофарад. После калибровки можно уже пользоваться устройством. Начнем с первого в акриловом корпусе. Это модель LCR-T4. Я пользуюсь им уже больше года. Это одна из самых простых и дешевых моделей тестеров. Как я уже сказал, он продается либо собранным, либо в качестве кит-набора для пайки. Сразу с тестером я еще заказал прозрачный акриловый корпус. В него сразу размещается сама плата и питающая его крона. Для управления доступна только одна кнопка. При нажатии на нее сразу происходит включение тестера и замер установленного компонента. У остальных тестеров принцип идентичен. Установили компонент, зажали его в клемник и нажали на кнопку. Сразу происходит замер, и на экране показывается тип элемента и его характеристики. Второй тестер называется GM328A. Он также продается либо собранным, или в качестве кит-набора для пайки. Отдельно в продаже для него есть акриловый корпус. Я же не стал его покупать и напечатал корпус на 3D принтере. Проектирование заняло у меня около 30 минут, а печаталось все это еще пару часов. Этот тестер более продвинутый, чем предыдущий. Вместо кнопки тут установлен энкодер. И есть меню с выбором разных вариантов тестирования и настроек. Также тут установлен цветной экран с более высоким разрешением, чем у предыдущей модели. В меню можно выбрать генератор частоты, режим вольтметра, задать установки цвета шрифта и фона. Отдельного упоминания заслуживает режим тестирования датчика температуры и влажности, DHT11 который. При подключении его к тестеру на экране показывается текущее значение с датчика. Ну, это прикольно. Еще есть режим тестирования термометра DS18B20. С него также доступно считывание показаний температуры. А при тестировании транзисторов показывается более развернутая информация. Так, третья модель. Называется TS1. Он продается полностью собранным, как готовый и законченный инструмент. Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который можно заряжать от USB-порта. Тут также есть цветной экран, на котором более наглядно показывается расположение ног у транзисторов и MOSFET'ов. При работе данный тестер показал самые быстрые замеры характеристик элементов среди всех тестеров. То есть он выводит результат на экран быстрее на пару секунд, чем остальные модели. При работе с кучей элементов это будет значительно сокращать время. Еще отдельно тут встроен ИК-диод. Он позволяет проверять пульты и распознавать коды команд, нажатых на них кнопок. Но вот всяких генераторов и температурных датчиков в нем нет. Ну и давайте протестируем их и сравним между собой. На экране вы видите замеры одного и того же элемента на разных тестерах. Сравнивать тестеры более подробно по количеству определяемых компонентов и диапазону измерений смысла мало. То там, то там, то один, то другой будет выигрывать.
Для примера, под ограничение попадают в основном электроника, номинал работы которой превышает 5 вольт. То есть, если у вас есть какой-нибудь MOSFET-транзистор, открывающийся от 6 вольт, тогда тестер его не увидит. Либо у вас есть стабилитрон на 5 и более вольт, тестер тогда тоже его не увидит. Еще у них есть ошибки с определением составных транзисторов, варисторов и многих других, так скажем, сложных элементов. Но в целом они могут распознавать большинство простых компонентов. Банально те же резисторы, чтобы узнать их точный номинал. Или проверить конденсаторы на работоспособность, диоды или индуктивность. Или же быстро уточнить расположение ног у транзисторов без обращения к документации. Ну что в итоге? Модель LCR-T4 я не рекомендую брать. В стоковой прошивке она выводит мало информации, ну и тут экран какой-то совсем простой. Достоинство модели – это, конечно, цена. Данный тестер немного дешевле остальных. Модель GM328A выдает больше всех информации. Экран хоть и цветной, но стоковая прошивка не использует это. Вся информация выводится одним заданным цветом. Плюсы в том, что есть тестирование температурных датчиков и всякие генераторы. Поэтому такой тестер реально будет полезен. Ну и последняя модель TS1. На мой взгляд, она самая практичная. Быстрые замеры тестирования. Цветной экран, который реально используется, и на нем все в цвете отображается. Также встроенный перезаряжаемый аккумулятор. К недостаткам тестера можно отнести отсутствие площадок для тестирования SMD компонент. Ну и конечно это самый дорогой из всех, потому что тут есть корпус и уже встроен аккумулятор. Заказать все эти тестеры можно на сайте AliExpress. Ссылки для заказа находятся в описании к данному видео. А сегодня на этом все, всем спасибо за просмотр и пока-пока.